Александр, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какую компанию вы здесь представляете? Сегодня я представляю на данной выставке компанию Calend, город Воронеж. Представляю торговую марку «Принцесса вкуса». Мы занимаемся плодово-овощной консервацией, и ключевым продуктом нашим является оливковое масло. Мы одни из самых крупнейших импортеров на территории Российской Федерации оливкового масла. Мы импортируем его во флекси-танках, и в Воронеже у нас находится собственный цех розлива, где мы непосредственно его разливаем и под своей торговой маркой. Также есть возможность сделать под торговой марки, под приват-лейблы других компаний. Вот. Цель нашей компании, безусловно, донести до конечного потребителя по-настоящему качественный, полезный продукт. А импорт с какой страны? Везем мы оливковое масло из Испании. Оливки маслины также из Испании. Также в ассортименте есть российский ассортимент. И что касаемо импортного, это Таиланд. Мы представляем ананасы, Китай, это персики, грибы. Александр, а какие задачи перед собой ставите на эту выставку? Безусловно, найти новые контакты, новых партнеров, чтобы мы могли быть представлены на территории всей Российской Федерации и странах СНГ. Может быть, будет интерес со стороны других стран. Найти новых партнеров, новые отношения получить и в развитии дать определенный толчок в развитии нашей торговой марки. Александр, спасибо огромное, что были с нами.